Почти 50 танцевальных коллективов со всего мира. Невероятную конкуренцию международного конкурса под эгидой Ассоциации классического балета ЮНЕСКО удалось выдержать балеринам из Красногорска. Ученицы хореографического училища Майя Запыленова, Анна Прудникова и Ольга Иванова завоевали второе место берлинского танца «Лимпа». Мы сначала не поняли, ну вообще не соображали, а потом, когда начали говорить, что Красногорское хореографическое училище, мы подскочили, выбежали на сцену, потом долго очень осознавали, что это наша награда, что мы ее довезем до училища, она красиво будет стоять, и, мне кажется, до сих пор пока не осознали. Это, во-первых, очень... Нам добавляет уверенности к следующим конкурсам, что мы вообще-то что-то еще можем, что нас оценили так хорошо. Это очень здорово. И плюс тоже нашему училищу, оно станет более известным, мне кажется, и многие дети захочется учиться тоже с нами вместе. Головокружительный успех девчонкам принесло исполнение трио «Черепнина» и танца под названием «Настроение». У балерин оно теперь долго будет хорошим. С триумфальным выступлением Майю, Аню и Олю поздравила глава округа. Эльмира Хаймурзина поблагодарила девчонок за достойное представление Красногорска за рубежом и вручила сладкие подарки.